жарко. Из 5 кинотеатров, которые есть Каспийский один и 4 Махачкале, все 4 забиты. Я прозвонил все. Не стучитесь, да, братья, мы тоже работаем так же. Нет, сейчас никого не пускаем. Они пока на пресс-конференции, в моменте пока. Какой план на бой вы поставили Хабибу против Конора? И есть ли такая задача бой закончить досрочно? Вы первые, о чем слышите, высочайший прессинг. Высочайший прессинг защиты. Двигаться в сторону. Он стоит левую стойку, значит, все знают, куда надо двигаться. Передняя рука может бить или убирать. Проходит корпус. Ни в коем образом в первом раунде много не проходит. Кто победить? Это смешно вопросу сказать. 100% уверен на Хабиба, на чемпиона нашего. Я, честно сказать, жду просто издевательства над Конором Макгрегором. Макгрегор, ты что, над петухом, да? Хотелось бы, чтобы продолжался этот бой в течение 4-5 раундов, конечно. Откуда ты приехал, скажи? Со Ставрополя. Специально, чтобы посмотреть этот бой? Да, чтобы посмотреть. Так кто выиграет? Хабиб по-любому. Почему именно? Все данные на него. По-любому он, только он. Он будет победить, потому что он наш дагестанец. У нас такие крепкие ребята. Я хочу, чтобы он победил. Дай Аллах ему здоровье. Постучала курица! Обещал, он сделал! За свои слова ответил! Хабиб, за его порядок!